Так, а что тут у нас? Пельмени. Сибирская коллекция. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые подписчики. Сегодня попробуем, продегустируем вот такие вот пельмешки. Сибирская коллекция называется. Впервые увидел рекламу этих пельменей на канале Юрий Дудь. Они бывают нескольких видов. Есть черная упаковка, я вот так попалась, вот такая фиолетовая. Есть еще там вареники с картошкой. И еще вроде красная есть упаковка. В общем, красная, черная и вот такая фиолетовая. Давайте посмотрим здесь, что какой у них состав. Значит, изготовлены они 06.09.2017. Россия, Московская область. Пельмени классические. Значит, что тут у нас содержится в них? Фарш, свинина, говядина, филе, бедра куриного, лук репчатый, свежий, вода питьевая, сливки, соль, перец, черный молотый, тесто, мука пшеничная. Ну, в принципе, смотрите, все как бы, не, консервантов вроде как нету. Я просто пельмени сам леплю, но тут решил все-таки попробовать. Уж очень упаковка красивая такая. Вот они вот здесь на дне. Сейчас мы их откроем, попробуем, сварим, как они будут на вкус. Что они, вот как раз они у меня выпали, а между тем вот как раз закипает вода, и я решил попробовать сварить их. Ну, давайте, вот, смотрите, как они выглядят, в принципе. Вот, вот такие пельмешки. Сейчас мы их попробуем, сварим, посмотрим, как они будут вариться. Итак, решил забросить 13 штук, мое любимое число, так как у меня и день рождения 13-го. Сейчас их попробуем, сварим, посмотрим, как они будут у нас на вкус. Итак, вот я их сварил, как они выглядят. Сейчас буду употреблять их вместе вот с таким кетчупом Хайнц. Но сейчас для начала попробуем просто разрезать без кетчупа, как они на вкус вообще будут по сравнению с моими домашними пельменями. Я могу уже сразу оценить, пельмени хорошие они или плохие, как тесто, допустим, как само будет мясо чувствоваться. И поставим им, не знаю, адекватную оценку. Так, ну что, давайте будем сейчас пробовать. Правда, они очень горячие пока. Ну давайте вот сейчас первую пельмешку возьмем, попробуем, какая будет на вкус. Очень даже, очень даже. Вторую. Очень, очень даже. Вы посмотрите. В принципе, мясо прям видно, что говядина. Очень вкусно. Прям вообще нисколько не отличить от моих домашних, насколько я делаю. Позбываешь пельмени, когда купишь, очень-очень плохие попадаются. А тут прям... И тесто чувствуется такое прям оно, ну как надо такое пышное. И мясо прям чувствуется, что реально настоящее мясо ешь. Вот даже никаких хрящей не попалось пока что, ем ничего. Вот супер. Третью возьмем полностью. Фантастика. А я давно таких пельменей не ел. Так, ну и в общем, подводя итог, этим пельменям ставим 5 с плюсом. Заслуживают отличной оценки. Действительно, вообще очень вкусные пельмени. Всем советую, кто еще не пробовал. Также надо будет попробовать в черной упаковке и в красной упаковке. Посмотрим, как они также будут на вкус. Ну еще, я думаю, сделаю обзор на вареники. А я поехал есть дальше.